Это очень здорово. Отлично. Так, ну что, песенка называется «Служебный роман». «Служебный роман». Из Ижевска же большинство, я думаю. А в Ижевске очень много заводов. 10 штук, я говорю, каких-то крупных предприятий. И на каждом заводе есть инженер. Это я вам гарантирую. Вот. А скорее всего даже два. Даже больше. Вот. И разного пола. Вот. И у них бывают такие штуки, они называются корпоратив. Вот. Это про корпоратив инженеров. Служебный роман. Стоит шампанское в сугробе, горят бенгальские огни, затеплится дитя в утробе, когда останутся одни два обнаженных инженера провинциального НИИ, игристых вин, не зная меры, с утра твердившие ни-ни, игристых вин, не зная меры, с утра твердившие ни-ни. Отмени корпоративы, сними ответственность свою и объясни свои мотивы, когда ты создаешь семью. Но это все случится позже. Сегодня в синей полутьме два инженера спят на ложе в последней холостой зиме. Два инженера спят на ложе в последней холостой зиме. И давайте все вместе. И пара-па-пара-па-па-пара-па-па-пай, пара-па-пай, пара-па-пай. И почти получилось, продолжим. И опять конец квартала, все пишут планы, и отчет она так громко хохотала и принимала на свой счет. Ей не отмыть своей квартиры, в которой жить не по душе. Ну что-то надо было миру, мир попросил о малыше. Ну что-то надо было миру, мир попросил о малыше. Понедельник они столкнутся в проходной, и она бездельник, он бездельник, а станут мужем и женой два обреченных инженера провинциального НИИ, игристых вин, не зная меры, с утра твердившие ни-ни, игристых вин, не зная меры, с утра твердившие ни-ни. Пара-па-пара-па-па-пара-па-па-пай, пара-па-пай, 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 пара-па-пай. Уважаемые инженерки и инженерки, будьте, пожалуйста, счастливы и хорошо отдыхайте не только на корпоративах, но и на фестивале «Эктоника». Тоника! Ох, какое эхо это получается у нас!